Nike или Adidas? Этот вопрос уже не стоит. Тайваньский производитель Поучен, который делает кроссовки для этих компаний, приостановил работу с заводом. Причиной этому стала вспышка COVID-19 в промышленном центре во Вьетнаме. Министерство здравоохранения страны обязало компанию прекратить деятельность на 10 дней. Закрытие завода, в свою очередь, отразилось на цене акций этого крупнейшего производителя брендовой спортивной и повседневной обуви. На момент закрытия торгов ценные бумаги Поучен стоили почти на 1,5% дешевле. Рекордное число случаев заражения и строгие ограничения привели к тому, что без возможности работать в полную силу остались заводы в северных провинциях страны. Среди них поставщики Apple, Samsung и других глобальных технологических компаний.